8 сентября состоялась встреча главы района Константина Пиля с представителями ОВКБ ООН, в которой приняли участие глава Галского офиса ОВКБ ООН Арджун Шреста, представитель Кемлин Ферли, старший помощник по общим вопросам Гига Чхети и старший советник по программным вопросам Дэйен Абрадович. Встреча носила ознакомительный характер. На ней обе стороны обсудили решение проблемы водоснабжения в селе Абакыт, которое существует долгое время, и другие проекты, реализуемые ОВКБ ООН. Представитель ОВКБ ООН Кемлин Ферли проинформировала, что с 2020 года в связи с пандемией COVID-19 их организация делает все возможное, дабы оказать еще большую помощь Абхазии, нежели в предыдущие года. Мы старались в этом году немножко больше делать, чем обычно из-за COVID-а. Мы действительно как-то начали и занимаемся проектами, которые обычно мы не делаем, включая, скажем, эти проекты, связанные с водой и так далее. Это не наше как-то обычное занятие. Но мы старались и стараемся выбрать, видеть, где можно побольше помочь целое сообщество. В ходе встречи Кемлин Ферли отметила, что в течение многих лет они призывали доноров улучшить санитарно-гигиенические условия в школах. И только после коронавирусной инфекции доноры решили оказать содействие в этом направлении. Представители ОВКБ ООН сообщили, что из-за сложившейся ситуации в рамках программы малой финансовой помощи пришлось удвоить бюджет и продовольственную помощь. В свою очередь, Константин Пилия выразил большую благодарность организациям, которые всячески поддерживают и помогают району в разных направлениях. Он отметил, что со своей стороны будет сотрудничать с данными организациями и оказывать содействие по мере возможности. У нас вопросы с водой стоят остро. У нас села практически нет такого централизованного водоснабжения исключены, потому что нет сетей, нет водопроводов. Дебет воды хороший в районе, а вот именно сетевые проблемы у нас. Вода-то есть, да, у нас реки есть, и водозаборы. Такие небольшие проблемы, вот где вы делаете, для нас это тоже большая помощь. Другие социальные проекты, которые проводят там Датский совет, там и другие организации, мы тоже не встречаемся с ними, мы встречались со всеми. Получили взаимопонимание, и на следующий год, вот они говорят, вот наши проекты, которые мы там, по каким статьям мы можем вести, они мне дадут вот такой вот списочек направления, и наши службы тоже будут прикладываться, наша социальная служба будет прикладываться, наше образование, наше там культурное направление. И вот вместе все будем вот такие вот дела продолжать. Так что мы готовы сотрудничать, и мы вам благодарны. Подводя итоги встречи, Константин Пили отметил, что в будущем необходимо будет провести еще одну встречу, но в более расширенном формате, для детального обсуждения дальнейшего сотрудничества во благо района, и подчеркнул приоритетность взаимодействия с ОВКБ ООН в преодолении сложностей. Илона Микава, Борис Цацуа, Ника Гачава, ГАЛ-ТВ.